она. Жень, ну ты бы хоть бы книжку почитала, сидишь, ничего не делаешь. Мама, тихо! Ну ты не видишь, я из-за тебя проиграла! Классно, все, теперь я кручу. Давай. Фу! А может в бирпонг поиграем? А какие там правила? Ой, ну там, короче... Да блин, давайте просто нажрёмся. Я считаю, что мафия Артём, потому что с его стороны был слышен шорох. Ну, приветики, малыш. Нарушаем. Дочь, а ты можешь не мешать? Ой, слушай, а давай ты сейчас спрячешься, а я тебя искать буду. Жень, я сейчас полчаса посплю. Разбуди меня через 30 минут. А, понял. Кать, я забыла, через сколько? О, Кать, можно твой ноутбук взять? Жень, да ты хоть наушники надень. А, сейчас. Можно я возьму твои... Да бери ты все, что хочешь! Можно взять кредит на имя Новиковой Екатерины Александровны? Я не могу сейчас говорить, Катя спит! Я говорю, Катя спит! Я не могу говорить... Катя! Катя спит! Если я феном воспользуюсь, я тебе мешать не буду? Жень, да ты можешь не будить меня 30 минут! Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Да она как будто бы с цепи сорвалась. Я, честно, раньше такого никогда не видел. Я помню это как сейчас. Этот момент, он стоит у меня перед глазами каждую секунду. Да это... Это не человек, это чудовище! Успокойтесь, пожалуйста. Расскажите, что произошло? Кать, дай чуть-чуть попробовать. Не, ну а что я такого сделала? Своей вины не признаю. Да я тебя убью! А фотографии с вечеринки пришли, а ну-ка. О, смотри, у тебя чьи AirPods на месте. Блин, я же еще AirPods потеряла. О, смотри, а тут у тебя еще девственность на месте. А вот она зачем пришла, объясни мне, вообще не понимаю, она же только все испортила. Жень, ты же одна на этой фотографии. Катя, я про старость. Вот зачем она пришла? Жень, ну вот почему я такая толстая на этой фотографии? Давай-ка остальные посмотрим. Тут я ем. Так, тут я доедаю за кем-то. Тут я еду в пакетики складываю. Нет, все-таки был день рождения классный. Единственное, вот непонятно, кто в конце вот это вот все наблевал. О! А сейчас понятно, кто наблевал. Кать, что сидишь? Иди убирай! Сидит она. Фу, это кашка вонючая. Я ее есть не буду. Вонючая, пердучая. Так, что у меня сегодня в контейнере? О, бутер, как и вчера. Обожаю. Так, на 200 рэ можно плотненько пообедать в столовой. А можно месяц откладывать и купить себе новенькие кроссы. Еще одного Ролтона мой организм не выдержит. Интересно, можно ли сожрать кроссы? Это кто это у нас тут такой самостоятельный? Сам зарабатывает денежки, сам покупает себе пиво и сам его пьет. Как хорошо сидеть на ПП, мое любимое ПП, самое лучшее ПП. О, самса! Так, это я что, водой отравилась? А мне вообще хоть что-нибудь можно? Ну и показывай, что тебе там подарили. Вот это говно собачье! Ну у человека же ни вкуса, ни фантазии. Вот ты не помнишь, кто это говно мне подарил? Ха-ха! А вот смотри, еще голова лошади. Голова лошади? Да, и подписали. Я найду тебя и убью. Женя. Что? Ну, как говорится, дареному коню зубы не смотрят.
Я вообще не помню, кто его подарил. Дура, вспоминай, кто подарил! Это же последний шанс! Посмотри, что мне Тёма подарил. Наклейку. Такая классная. Нравится, да, он тебе до сих пор? Абонемент в спортзал. Это очень полезный подарок. Очень. С днем рождения, родная. Хоть мы и знакомы всего лишь 2 недели, но у меня такое чувство, что ты моя кровинушка. Вот умеет все-таки мой отец открытки подписывать. Хорошо, что ты его нашла. Да. Ой, да мне вообще наплевать. Покажи мне эту тварь! Отдай телефон! Да она же уродище! Сутулая, облезлая, глазища в разные стороны, ноги кривые. Нет, Жень, ты это он со своей собакой. Вот, он с девушкой. Я сейчас ему в директ напишу про его девушку с другого аккаунта. Твоя девушка? Шлюха? Печатает. Я знаю, мы поэтому и расстались. Я наведу на нее порчу. Вот смотри. Пусть у тупой, бессердечной, страшнючей твари отсохнет язык. Как это подействует? Я не знаю, как я тебе сейчас-то скажу. Они, кажись, расстались. Нет, ну вот он все-таки идиот. Что ему вообще надо? Она такая красивая. Да, девочка хорошая, умная. Придурок. Ну, мама, ну, пожалуйста, купи. You know we about to make money. Все, я ухожу из дома к бабушке. Меня тут вообще никто не понимает. Окей, Google, сломаются ли ножки, если спрыгнуть с 3-го этажа? Сломаются. Ладно, спрыгну со 2-го. Ну, а я тебе о чем говорю, это жесть полнейшая. Еще экзамены тут завтра. Слушай, может, затусим сегодня где-нибудь? Я все сделаю, я все решу, я все устрою.